Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Мы продолжаем играть в игру Ocean Horn. Оп. Подними кушин, помощь кнопки действия. Окей. Это мы уже выбрали. Так, вспомнить управление. Так, у нас первая серия закончилась на том, что из моря, океана вышли, вот они. Да, ну, куда ты уходишь-то? А ну-ка прочь, дедушку бьет. Так, 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 подожди, подожди, надо к дедушке подойти. Так, секундочку, мне что-то не нравится, как игра идет. Ну, теперь намного лучше. Спасибо, малыш, похоже, что жрели привлекло этих темных созданий. Как этого боялся твой отец. Чудовище и злые силы нарушили равновесие в мире, и твоя судьба, так же как судьба твоего отца, связана с Ocean Horn. Скрываться теперь не имеет смысла. Ну, окей. В древних рукописях говорится о эмблемах, святых реликвиях, хранящих силы богов. Их функция — сохранение мира. Однако после катастрофы их мощь иссякла, и появился Ocean Horn. Не думаю, что это просто совпадение. Чтобы разгадать тайну чудища, сперва ты должен узнать, что случилось с эмблемами богов. Эмблемы богов. Вот что знаю о них я. Эмблема Земли, реликвия народа Сопу, спрятана в пустыне Пирты, где ранее возвышался огромный и прекрасный лес. Теперь же вся его красота умерла от засухи, равно как и бесстрашный птичий народ. Эмблема океана, реликвия жабрицев, свободного народа водных глубин. Эмблема океана является для них напоминанием о былой славе и могуществе. Эмблема солнца была гордостью Аркадии, символом надежды и крепости духа нашего народа. О ней я расскажу тебе позже. Хорошо. Пора отправляться в путь, мой друг. Найди эмблемы богов. Только так ты доберешься до Ocean Horn и узнаешь, что произошло с твоим отцом. Ключ мне дай, дедушка большой. Ты узнаешь об островах неизведанных морей из дневника твоего отца. Сначала тебе нужно поговорить с людьми на острове Тикарель. Возьми этот ключ, точно. Он открывает выход к пристани, где причалена лодка. Причалена? В добрый путь. Открыт новый остров. Хорошо. Так, а что нам нужно выполнить? Собери 25 монет. Прочти как минимум 10 знаков. Но это мы все сделали. Что он еще скажет? Ты должен найти эмблему Земли, по пути к ней тебе стоило поговорить с людьми на острове Тикарель. Окей, а как карта? Не вижу карты. Ну ладно. Что-то мы так медленно бегаем, мы разве так медленно бегали?
А, сундук уже открыт. Сейчас мы разделаемся с этими ребятами. Туда хочу. Где нам еще нужен был большой ключ? Нигде разве больше не нужно? Монетки, монетки. Ну, конечно, пригодятся. Так, ага, вот лодка. Так, давайте сейчас проверим все. Кажется, где-то было еще место, где нужен был ключ. Нет? Лучше проверим. Я думаю, тут так и так можно вернуться обратно, но... Сейчас все проверим. Да я все читал, я помню. Нет. Вроде бы больше нет здесь никаких мест. Как карту посмотреть? Трудяга. Ну, на крестовине играть интереснее. Теперь ты странник, у тебя появилось тыкорное ружье, которое ты можешь использовать на лодке. Ух ты, круто. Видите, не зря. У меня теперь ружье какое-то есть. А, ну да, я здесь все уже проходил. Так, ладно, побежали до лодки, поплывем на другой остров. Заодно еще раз все разобьем. А, ну, наверное, она вот когда загорается, да, сохраняет. Отлично, отлично. Привет, синий друг! Хэп-крабик маленький. Ну, как говорится, в добрый путь. Малыш, ты слышишь меня? Это я, отшельник. Я могу общаться с тобой через эту загадочную раковину. Возможно, я смогу помочь тебе в пути. Ну, круто. О-о-о. Остров отшельника. Неизведанные моря. А давай сначала сюда. Нет, нельзя.
Вот только сюда можно. Ружо! Ой, а что это? А, это отмена. И правда ружо есть. Ну, прикольно. О, какой-то корабль плывет. Пиу-пиу-пиу. Опутного вам метра. Спасибо большое, господин. А я в него сразу стреляю. О, мины какие-то. Ну это надо. Понятно, для чего оружие. О, классно, смотри, вон проплываем остров. Мини-игра тут. Ну, почти приплыли. Опачки, причаливаем. Тикарель, город. Трудяга, перетащи местный шериф, наведи порядок, потрать 2000 монет в лавке. Вот для чего монетки-то. Какое прекрасное поселение. Я всегда мечтал жить в таком месте. Однако у меня мало времени. Я просто спрошу дорогу и продолжу путь. Добро пожаловать в Тикарель. Обнаружив какой-либо остров, вернись к себе на лодку и взгляни на обновленную карту мира. Понял. Чья-то лодка. Бомба — это прекрасно. С помощью ты можешь открывать новый проход, взрывать загораживающий путь предметов. Покупай их на острове бомб, когда у тебя будет такая возможность. О! Уже открыл. Отлично. 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 Что у нас? А сколько у нас монет? Непонятно. Монетки. 60? Что тут мало? То же самое говорит. Мало ли, тут что-то новое скажет. Здесь у нас ничего больше нету. Оп. Пляжик, пляжик, пляжик. Оп, что это? Здравствуй, Офелия. Офелия, я побывал в прекрасном путешествии, однако по пути назад подхватил морскую болезнь. Я несказанно обрадовался, когда капитан сообщил мне, что знает место, где можно передохнуть. Это песчаная бухта, там мне удалось восстановить свои силы. Еще новый остров открыт. Здорово. Так, отсюда я его двигать не могу, да? Ну ладно. Удачно я приплыл к вам. Гильдия героев. Заходи и учись. Интересно. Даже самый грозный враг имеет слабые места. Попробуй разные тактики, нет ничего постыдного в том, чтобы убежать. Понял. Крайне трудно достичь ранга ВГ, великого героя. ВГ. Не забывай тратить деньги, никогда не начинай приключения, не пустив лавку в Тикарелле. Рекламное объявление. Так, подождите. Очень важно. Оп. Твой уровень героя будет расти по мере того, как ты будешь побеждать монстров. Да, это великий герой. Выполнять цели и получать достижения. Эти синие кристаллы представляют собой твой опыт, и в зависимости от того, сколько опыта ты собрал, гильдия героев выдаст тебе соответствующее звание. В меню ты всегда можешь посмотреть, сколько кристаллов тебе нужно собрать для получения следующего уровня. Понятно, спасибо. Здравствуйте. Джон,
В прошлом году я принял участие в этой глупой поездке в пустошь. Я надеялся увидеть храм Собу, но все, что я увидел, была лишь пустынная местность. Я набрал полные сапоги песка и получил соленый солнечный ожог. Почему кому-то все еще хочется туда поехать? О, еще один остров открыт. А это что, уже толкать не толкается? Здравствуйте. Мито. Фестиваль солнца — очень важная традиция для нас. Ее корни уходят в глубокую древность, до катастрофы. И нет таких темных сил, которые прервали бы нашу традицию чтить Сол, богиню солнца. Привет. Найти фестиваль солнца приближается. Мой папа занят, готовит свой фейерверк. Никому не дозволено приходить на гудящий холм, пока он не закончит работу. Понятно. Не толкается. Ой. Что? Фестиваль солнца. Ну так, это не читать. Следующий. Я вдруг поняла, что никогда не видел тебя здесь. Меня зовут Нетти, очень приятно. Ты говоришь, что ищешь своего отца. Надеюсь, ты сможешь найти его. А следующий. Работать в поле вовсе не так уж плохо в подобные дни. Если хочешь помочь мне, сруби несколько кустов, которые найдешь в городе. Иногда под ними можно найти ценные вещи. Спасибо. Я этим всегда занимаюсь. Рублю кусты. О! Ого, секретик. Ого. Ого, вот это я упал. А, подождите, я хочу обратно. Это же... подводного царства. Коллекционер. Я собираю кровиты. Что такое кровиты? Со всего мира. Все те, которые находились в одежде, собрал. Однако я не смогу добраться до остальных на суше. Эй, ты не мог бы мне помочь? Если ты соберешь для меня достаточно кровитов, я подарю тебе нечто особенное. Хорошо, а что собирать не надо? Может быть, это вот эти кристаллы красные, которых у меня ноль нет? Не знаю. Не знаю. Здесь мы были, вот здесь мы были. Здравствуйте. Здравствуйте. Дэн, раз уж ты здесь, то надеюсь, что ты помогаешь с разгрузкой лодок в гавани. Господин Фил крайне рассержен. Он где-то прочуял о наших неприятностях с крысами. Я сказал, что единственная крыса на моем складе — это мой заместитель. Однако по прибытии сюда я обнаружил жирную крысу прямо у бочек. И это был не ты. Разберись с этим, начальник. Так. Крыса. Может быть, там помочь ему нужно? С крысами. Разбивать кувшины запрещено. Извините. Ух ты. Извините. Я уже крысу убил. Все. И
Лиза, обожаю наблюдать за кораблями, приплывающими в Тикарель. Недавно я видела странный черный корабль на другой стороне острова. Кто бы это мог быть? А, это тот самый корабль. Мы его тоже видели уже. Так, пойдем дальше. Исследовать. Пещера Лангуста. Вход завалил камнями во время землетрясения. Ну, это нужно будет взрывать, я так понимаю. Кристофер, здешние рыбы были распуганы чудовищем, которое иногда можно наблюдать. Можно наблюдать в этих водах. По ночам можно слышать его древний вой, который мгновенно заставляет тебя позабыть обо всякой радости. Да, весело вас тут, ребят. Дэн, ты похож на юного героя. Загляни в гильдию героев Тикарели. Они больше расскажут тебе об уровнях и других вещах. Это я уже был, да, спасибо. Это, наверное, магазин. Так, внимание, заброшенный дом может обвалиться в любой мгновение. Не ходите около него. Так, а ты кто? Продавец, добро пожаловать в мой магазин. Что тебя интересует? Вот это уже интересно. Восстать из мертвых. Нет в наличии. Радар за 500. Ну извините, у меня монета 67. Когда-нибудь, может быть. Так, это что? Домик чей-то. Здравствуйте. Немножко наведем порядок. Говорят, что 1000 лет назад, еще до катастрофы, королевство Аркадии простиралось от севера до юга. Помимо Аркадии были и другие королевства, каждое из которых оберегало священной эмблемой. Я хочу бутылку взять. Подожди. Ой, что там было? Так, это я читал. А вот следующее. Теперешние пустоши когда-то были большими лесом совы. Эмблема земли была спрятана в храме леса. Спасибо. В храме леса. Опа, подвальчик. Так, все проверить. Все, теперь в подвал. Крысы. Ну что, вот так сделаем. Опачки. Фехтовальщик. Все расчистил. Что тут еще могу сделать? Трудяга, местный шире. А, фехтовальщик это, наверное, опять с другого острова. Не показывают сразу много, но используются. Все, да, здесь больше ничего нет. О, нет ничего, к сожалению. Ладно, расчистили. Здесь что-нибудь скажет мне другое? Нет, то же самое. Пойдемте дальше. Опять все обновилось, опять нужно собирать монетки, разбивать все. Так, это продавец. У меня денег вообще мало. Дом, заброшенный дом. Как в него попасть? Хочу заброшенный дом. Полена. Мне кажется, мы его поднимали на том острове. Такое же. Заброшенный дом, заброшенный дом. Аркадия, наше прошлое было разрушено, никто не берет у нас наше будущее. Угу. Так попасть в заброшенный дом. Где-то должен быть еще какой-то подвал. Дорога к гудящему холму. Здесь опять же нужен ключ. Извините. Монетка упала и не достать. Ну, жаль. Здравствуйте. Фэй. Так, значит, давайте тут из деревья.
Наш город прекрасно нет, однако у нас постоянно какие-то трудности со злобленными. Как бы я хотел, чтобы мы жили мирно. Мне так нравится здесь, хорошая погода, отсюда можно видеть даже парящий остров. Здорово. Кустики, кустики. Кустики почистим. Цветочки тоже, кстати, я помню. Да-да. Так, вижу сундук. Ого! Это сейчас... Это глюк или что? Или так и должно было быть? Ого! Кристалл. А как туда попасть? А, может быть, вот здесь взрывать надо будет? Не знаю. Опять не сейчас. Так, ну что? Здесь я ничего сделать даже не могу. Что интересно. Или я не понимаю. Открылось там островочков еще, надо туда сплавать. Тут надо взорвать один проход. Там я должен перепрыгнуть, но я еще не умею прыгать. Бомба, да. Остров бомб. Хорошо, сейчас посмотрим. Это из бутылки, да, давайте вот из бутылки, то что вот сплаваем вот сюда. Очень интересно. Классно, такой по карте путешествуешь. Пам-пам. Ого. Вылезли еще вещи. Оп. Опыт, опыт, кристаллик какой-то. Все понятно. Сейчас далека расставляем. Бам-бам. Как его взять? Интересно. Вот второй. И не берутся, главное. Интересно. Что, рано мне сюда еще? Ну как так-то? Как так? Все кнопки пробую, не берутся. Может быть, сильный удар? Нет, вот, разбил. Кровит, да. Будто внутри него есть капля крови. Жесть, это надо его разбить. Ладно. А я уже подумал, что мне чего-то не хватает. А я помню такой кристаллик на первом острове. Оп. Кровит. Ну, просто так их отдавать тому водяному? Интересно. Давайте вот сюда. А, сюда нельзя, он парящий. Не получается. Давайте остров бомб. Ой,
нельзя в нее попасть. То остров бомб. Остров бомб. Первый фрагмент. Найди свой первый кусочек сердца. Истребитель одолеет сороконогу заброшенных шахт. Говорят, что именно здесь нашли Трилота. Сейчас сюда прибывают либо для работы на шахте, либо за покупкой бомб. Ходят слухи, что без взрывчатки в пещеры лучше не заходить. Полагаю, внутри полно сюрпризов. Добро пожаловать на остров бомб. Загляни к бомбоделу, он всегда рад посетителям. Хорошо. Тут у вас крабов полно. Куда нельзя? Так. Боб. Когда я прогуливался по окрестным домам, вдруг провалился в яму и увидел что-то сияющее от меня. Я слишком испугался, чтобы выяснить, что это, поэтому сразу же вылез наружу. Нечто ужасное просто с шахтером. Ты здесь за бомбами? Тогда загляни в Корбину бомбоделу в его мастерскую. Хорошо, заглянул. Бомбы, бомбы и снова бомбы. По-настоящему взрывные предложения. Поднимайся за покупками. Иду, 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 иду. Бомба, 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 бомба. Оп. У меня больше нет бомб на продаже. После исчезновения шахтеров у меня закончился порох. Но ты можешь найти несколько бомб в заброшенных шахтах поблизости. Ну, так вот. Приехали за орехами. Сносить ту стену, из-за нее доносится странный звук начальник шахты. Ого. Корбин. Корбин. Корбан Даллас. Вылезли с другой стороны. Ну ладно. О, вижу, вижу кристаллик. Зло, блин. Оп, щит. Блок. Оп. Синий друг, моя прелесть. О! Ого! Это вот про то, что тот парень рассказал. Что он провалился. Привет. Привет. Галка какая-то, злая галка. Привет. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Прикольно. Не знаю, зачем они нужны. Так, ну что, спрыгиваем. Ну что делать? Оп. Ого. Остров бомб, пещера. Так, туда мы пока не можем. Или можем? Сейчас не понятно. Все, все, все проверим. Глубоко. Не было там. Уже было под подводным планом. Вот, все хорошо. Красюк, иди сюда. Иди сюда. Все.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Типа надо было воду спрыгнуть или что, я не знаю. Открываем. Фрагмент сердца. Бери 4, чтобы увеличить свое максимальное здоровье на 1 единицу. Отлично. Отлично. Ого. Я прямо по воде сейчас пробежал. Видимо, сюда тоже потом нужно приходить. Мой персонаж научится прыгать, я так подозреваю. Привет, опять появился. О. Ага, все специально сделано, чтобы можно было вернуться. Ладненько, запомним пещерку. А, то есть здесь он так поднимается. Опять галка. Боевая жаба. Здесь мы не можем тоже пройти. Гоблин. Без щита даже быстрее. О, это вот эта штучка, которая... Ух ты, какая! Привет. Вылезешь? Ага. Боишься? Я боюсь. Понятно, в общем. С оружием ближнего боя мы его не победим. Какой-то мемориал. Могилу моряка. Я приветствую тебя, ветер, очисти душу мою дуновением. Защити ты меня от смерти и вернуться домой. Дай надежду, пока буря не началась в небе, я приветствую тебя, ветер. Так, здесь прыгать мы тоже не умеем сейчас. Минус. Минус. Такая какая-то. Ростхард, это древний статус, стоит здесь уже который век. Ого, ого. Обалдеть. Я просто решил нажать. Используй, говорит, смекалку. Ну как это смекалка, это чисто везение просто было. Понятно, значит надо все везде проверять, двигать, двигать. Все, больше никуда подобного не нужно. Только оп, сохранение. Отлично. Сердечко пополнили жизни. Сейчас оно с вертушечки. А вон и шахта. О. О. Мы прошли сюда, я думаю, не забыл. Этот мост небезопасен, лучше воспользоваться вратами. То есть мы на один раз, да? Так я могу сюда упасть. А, ну. Почему нельзя? О! Давай, побежали. Здорово. А вот сюда упасть можно, да? Нельзя. Прячется, зараза. Тележка. Тележка не двигается. Я думал, сейчас мы ее толкнем, там взорвется что-нибудь. Хитрая какая. В общем, мне кажется, ее не поймать. Если она повсюду.
какую кнопку выкидывать. Да что ты будешь делать? Подзапетлял я, подзапетлял. Вот мы пойдем туда, куда можно идти. Простая, а совсем не простая. Кнопку-то приехали за орехами. И как мне теперь туда пройти? Никак? Надо что-то совсем прям. Ребята, ну тут не весело. Наверное, ворота открыть. Точно. То я совсем прям в печали был. Шахты, выход на пляж, входа нет. Ну, вроде бы есть. Заброшенная шахта, берег. Сейчас мы здесь расчистим. Удар. Здесь нужно открыть. А, входа нет, написали. Да, видимо, не врали. Думаю, здесь кнопка. Ну ладно, пойдем с другой стороны. Остров бомб. Сохранились. Плавает.
плаваю. Отлично. Ух ты, зараза. Залка опять прилетает. Зачем я проплыл, если можно пройти? Вот. Слушай, наверное, у них попасть можно, что-нибудь кинуть. Сейчас попробуем. Успел. А и кидать-то нечем, как назло. А может быть специально? Зараза такая. Возвращает обратно. Точно. Так, куда мне его нужно? А, все, вижу. Нет? Хм. Жалко, что нельзя так просто тянуть. А, ну там не получается. Точно. Сори. Сори. Простите, пожалуйста, зрители. Все. В порядке. Какой? Сейчас мы тебя. Вот. Получилось. Хотя он каждый раз появляться будет, поэтому толку, конечно, от этого нет. Так, там мы были, там мы тоже были. Мы здесь вот пройдем сейчас. Значит, все нормально. Все соединено. Здесь большой гоблин нас убил. Не буду их называть злоблинами, но гоблин это. Стань, ворона. Да что вы такие? Надоедливые. Дайте жизни лучше. Сделано. Друг, ну что ты такой только сердечко возьмешь, уже теряешь его. Так, ага. Вижу. Так, сейчас проскочим. Не туда. Проскочили. Сохранились. Ух ты! Да что ты будешь делать? Хорошо, мы тут появились. Я не понял, кристаллики что ли отбирают? Ну, это 410. О! В спину. Да что ты будешь делать? То есть не можешь пробить. Да елки справа. Ладно, еще раз. Стань галка. Привет. О, рикошет! Ага! Там все интереснее можно с ней сделать. Рикошетом убивать. Ой! Блок, блок, блок! Почему не жмется блок? Где щит? Вот, жмется. Ну, птица, вот тебе тут и не хватало, конечно. Что ты будешь делать? Все. Готов. Да. Довольно-таки трудно. Что непонятно, когда блок работает, не работает. Нажал, вроде бы он еще не работает.
А сердечко чуть не упало. Ух ты, какие-то паучки бегут. Давайте, крабики это. Давайте сбегаем за ними. Ну попади мне. Оп, давай, стреляй. Не попадаешь ты. Скройся из глаз моих. Давай. Пэм. А как в тебя попасть? Арканоид. О, забавно. Иди сюда. Ладно, мы получили кристаллики. Оп, арканоид. Забавно. В пещеру мы попасть не можем. Здесь мы пройти тоже нигде не можем. Подожди, мне кажется, там что-то еще. Можно упасть? Хочу упасть. Не реви. Мимо. Плыви теперь. Можно я вылезу? Нет, только по ступенькам вылезу. А, вот мы туда дальше не прошли, собственно. Да, возвращался с этим рыжим кристаллом. Оп. Ну там как раз в пещеру, наверное, попадаемся с той стороны. Шахта, вход, все правильно. А здесь что у нас? Здесь мы, да, ничего не будет. Хорошо. Так, все, поехали в шахту. Заброшенные шахты, туннели. Я думаю, на этих шахтах мы проверим сегодняшнюю серию. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Михаил. Всего хорошего.